Модный образ в сочетании с практичностью и удобством. Как правило, такой запрос слышат от покупателей большинство продавцов. И именно такие пуховики и куртки представлены на ярмарке верхней одежды в Барнауле. На площадке в торговом центре «Россия» более 3000 моделей самых разных расцветок и фасонов. От светлых и сдержанных тонов до самых ярких и экспрессивных. Обновить свой зимний гардероб здесь сможет самый придирчивый покупатель. Нравится, моделей очень много. Подобрать всегда можно, даже на мой маленький рост всегда можно что-то подобрать, и расцветки всегда веселые есть. Наполнители этих курток и пуховиков также изобилуют разнообразием. Здесь как уже знакомые всем верблюжья шерсть, пуховое перо, синтепон, так и современные материалы. Верблюжья шерсть – это тонкий наполнитель, но очень теплый, легкий, тонкий. А тенцулей, он более плотный, тоже теплый. Ну, пух-перо все знают, как бы это самый теплый считается наполнитель пуховика. Меховая отделка, яркие цветовые решения, оригинальный крой. Подходящий для себя пуховик или куртку найдут и ценители классики, и любители авангарда. Ярмарка верхней одежды работает в Барнауле по адресу проспект Ленина, 71. Двери для покупателей открыты с 10 утра до 8 вечера. Евгения Князева, Алексей Шаульский. Новости.